заварные профитроли. Берем 250 грамм воды, 120 грамм сливочного масла, щепотку соли. Разогреваем на первой скорости 7 минут при 100 градусах. Далее добавляем 250 грамм муки и перемешиваем на четвертой скорости при 90 градусах 20 минут. Полученное тесто остужаем в чаше до 50 градусов. В тесто добавляем 5 яиц, взбиваем на пятой скорости 2 минуты. Готовое тесто переложить в кулинарный мешок и отсадить тесто в противень. Выпекаем 20-25 минут при 200 градусах. Для крема берем 100 грамм сахара, измельчаем 20 секунд на скорости 10. Добавляем сливки 100 грамм, творожного сыра 300 грамм и перемешиваем на третьей скорости. Готовый крем вливаем в кулинарный мешок и начиниваем наши профитроли. Наши профитроли готовы. Приятного аппетита! Готовьте вместе с Thermomix ваш консультант Айгуль.